С вами Алена Полынь, и сегодня я хочу поговорить о том, что такое обет богатства. Вот это на фоне карт Таро гномов, да, которые символизируют деньги. Гномы вообще энергия, денежная энергия земная, да, деньги это земная энергия. Вот, на фоне, значит, этих карт мы с вами поговорим о том, что такое обет богатства. Но предварительно я достану три карты. Вот, и каждый из вас должен загадать карту от 1 до 3. Это не точный расклад, но намек высших сил на то, какую, на какую проблему финансовую вам нужно обратить внимание. Итак, загадайте карты от 1 до 3. 1, 2 или 3. Карта под номером 1. Карта под номером 2. И карта под номером 3. Итак, смотрим. Те, кто загадали карту под номером 1, есть проблемы, связанные с долгами. Это причем может быть не долги, взятые у банка или у каких-то людей в плане финансов. Это могут быть энергетические долги. Именно долги вам мешают хорошему денежному потоку. Карта под номером 2. Карта «Король мечей. Этика». Здесь история о том, что вы не умеете правильно взаимодействовать с партнерами. Вы это делаете агрессивно, неверно, где-то отрицаете вещи, которые не нужно отрицать, и рубя с плеча то, где, значит, не нужно рубить, да? А может быть и нужно, но быть более хитрым и иначе. Если у вас нет каких-то партнеров и нет своего бизнеса, это говорит о том, что вы не можете построить финансовые потоки из-за того, что ведете себя по принципу короля мечей. Это король мечей – это довольно агрессивный принцип по отношению к окружающему миру, непринятие, да, окружающего мира полноценно. Итак, кто загадывал карту под номером 3? А карта вышла копилка. Здесь вам говорят о том, что деньги нужно уметь, ну, так скажем, держать. Не только заработать, но еще держать энергетически, чтобы вы могли их удержать. То есть у вас не хватает энергии именно на удержание денег, то есть энергии земной, заземление. Вот такие три карты у нас с вами вышли. Ну, а теперь к ритуалу, который называется «Обет богатства». Этот ритуал – это, по сути, договор между вами и деньгами о том, что деньги будут к вам идти, а вы за это будете славить эгрегор денег, в общем-то, золотого тельца. Да? Вот и все. Правильно составленный такой обет позволяет вам на много лет иметь большие деньги и даже вашим потомкам. Этот обряд я провожу, даю вам поддел. Что такое поддел? Я даю вам задание, да? Которое вы будете делать. Ничего сложного, нигде не лягушачьи лапки вы нигде не сушите. Вот таким вот образом действует обет богатства. Кому нужен этот, так скажем, ритуал? Он нужен всем. Для совсем бедного и в долгах, в яме, это поможет улучшить, да, качество жизни, выйти из долгов и так далее. Для тех, кто уже достиг определенных финансовых, так скажем, свершений, это поможет иметь очень большие деньги.